Здравствуйте, сегодня готовлю два салата с гранатовым соком и зернами граната. Один салат будет из помидоров, огурцов и луком маринованным в гранатовом соке. И второй салат будет из красно-кочанной капусты, я не знаю, как фиолетовая называется, ну такая капуста, и цветных перцев, и тоже с маринованным луком в гранатовом соке. А также я добавлю зелень петрушки, кинзы, укропа, это по желанию. Может быть больше, может меньше, это уже зависит от вашего желания. И, конечно, соль, перец, это по желанию. Первое, что нужно сделать, это нарезать полукольцами лук и начать мариновать его в гранатовом соке, в свежевыжатом, конечно. Вы можете взять только белый лук или только красный, или оба вместе, но я не рекомендую желтый лук. Нарезаю его полукольцами. Все это я помещу в эту мисочку, в которую выдавлю сок граната. Вилочкой разделите. Теперь вот это у меня соковыжималка. Я использую вообще это для пюрирования картофеля. Вот этот инструмент. Но у мамы был такой посерьезнее, конечно. Для гранатового сока. Прямо она пополам его ломала и так отжимала сок. Это зерна одного граната. Теперь прямо на лук. Это для украшения. Я оставляю зерна граната. Надо перемешать с соком, чтобы весь лук был покрыт соком граната. И в таком виде оставить на полчаса, от получаса до часа. Не надо больше часа держать. Он станет помягче. Надо нашинковать капусту, подсолить ее и слегка помять. Теперь надо слегка посолить. Я закончила нарезать перцы для капустного салата. Вот, и сейчас я его завершу. Лук у меня мариновался уже почти 50 минут. Вот он какой стал мягкий. Можете заметить, вот он сам складывается. Сначала я нарежу еще второй салат. Используйте только вот такие маленькие помидорки черри для этого салата. Крупные помидоры, мне, по крайней мере, не нравятся с гранатом. Вот, а черри просто вот так пополам надо нарезать. Огурцы я всегда очищаю. Сюда я добавила подсолнечное масло, сюда оливковое масло. Я прошу прощения, не удалось это снять, потому что, оказывается, у меня камера, батарея села. И я сразу это не заметила и продолжала готовить. Ну, я думаю, что здесь все и так понятно. Очень оригинальные, интересные салаты. Огурцы и помидоры, а необычно. С гранатом и гранатовым соком. Спасибо большое за внимание. Не забывайте подписываться на мой канал и нажимать на колокольчик. Всего доброго. До свидания.